banks. Where have you been, honey? What it look like, bitch, getting this money? Buying more clothes, I look nice, right? You be in that fake shit, and I seen your swipe. Your shoes, you weave in your purse. If you're bad, believe that I'm worse. You be online doing mad research, trying to cop some shit. You see me in first. Маленьким зеркалом. Да. И только у этого, у Lame Crime, типа, и у них появился. Это профбренд, короче. Они тебе сами писали? Да. Я тогда просто обзор делала больше. Я хочу снять клип на эту камеру, я не могу. Это кулисы мой для жизни. Нужно снимать. Туториал на нашем YouTube-канале теперь. Не все, кстати, знают. Бьюти-блог. Что надо приложить, подождать. Что такое? Маслянистая, скажем так. Люди хотят работать в модной индустрии, но вот что стоит за красивой картинкой. Вау. Блин. Это на этой камере, смотри. Ань. Ля. На нем точно будут оставаться мои отпечатки теперь. Так. Чуть-чуть повыше палеточки, пожалуйста. Аня, а ты можешь подокрасить? А, рука, чтобы не так была, а еще. А. На себя, да. Поехали. Это что тебе прислали? Такая. На, реально. На, возьми. А что мне? Как она? Ой. Здрасте. Хотя это так непривычно. Мы сейчас сориентируемся. Смотреть надо сюда. Ну, куда хочешь. Можно вот так перевернуть. Смотреть вот так. Смотреть вот так. Чтобы лежать. Где? Зажимаешь и все.
Мне нравится больше на себя смотреть. Нормально. Так, мне нужна такая. Мне нужна такая камера, думаю. Я буду дома снимать влоги. Педикюр-то пластичный. Я такая вся. Бля, у тебя глаза голубые, пиздец. Все, видеоблог. Архив Наташи Водянова, Ирина Шейк. Матка покинула чат. Это клип. Саша, тут зум. Ой. У меня глаз красивый. А что ты переведу? Катя, переведи, допустим. Да это специально так. Что, не понимаю. Ладно, пока, подписчики. Жить глаза голубые, я в шоке. Вот ты? Угу. Да. Видеоблог, когда осталось пару минут. Заставляет переодеваться. Я хочу быть против, а ты...
богиня. Какого-то совета или спрашивают, там, а где ты купила вот это? Или а расскажи про вот это. И потом даже могут несколько раз писать еще, что ответь, пожалуйста, очень важно. И я думаю, ты не находишь странную формулировку, которую ты выбрала. И я просто на прошлой неделе получила такое письмо в подкаст. Женщина. Диабло просто лучшее, потрясающее. Over and over and over and over.
Попросить бэкстейдж из жизни. Она записывает на внутренний жесткий диск. Ого. Вот. А потом ты типа оцифровываешь этот материал и перекидываешь куда-то. О, хочешь это видео? Да, да, ты джедай. Это тиктоковский перевод. Сюда сверху смотреть, это прям красиво. Я бы сказал, да. Да. Чуть-чуть ниже. Очень красиво, кстати. Ага, да. Левое плечо чуть-чуть на меня. Угу. Голову ровней. Угу. И прям двумя плечами ровно. Да, стой. И еще больше в прогибе в талии. Угу. О,
Ну, Константин, что с этим? Меня сказали встать. Резко неожиданно. На этом закончился бэкстейдж. Три столет спрашивала, это ответ? Провести вечность подобно вам, прячась в тайных логовах и выдумывать новые способы подкупа детей? Нет, нет. Это не для меня. Не обижайтесь. Ах, как же нам на такое не обижаться? Знаете, мы сейчас чудом избежали катастрофы. Ну разве этот клоун знает, как доставлять детям радость? Скажи, а ты слышала о снегоподах? Нет, конечно, не крашеные яйца, но детям нравится то, что я делаю. Так они в тебя не верят, да?